А вот что это угар. На самом деле, ребятки были, наверное, за полчаса. Да? Да, Даня говорит, что опаздывает, ну, типа, задерживаемся, но мы... Что ты говоришь? Я говорю, судьи, ребята, все были за полчаса здесь уже. Я не знаю, почему они здесь. За полчаса матч? Судьи пришли за полчаса до начала. А, смысле, за полчаса до матча? Да, да. Ну ладно, я тоже пошел. А ты тоже так пришел? Да, я... Ну здесь ничего. Я забыл деньги и пришлось на такси ехать. Приехал вообще рано. Целый набор карточек, но, по-моему, все нерабочие, может, потух. Ну, попробуем, я вторую заряжу камеру пока сейчас. А никто не сталкивался, если две симки вставляешь телефон, как там вайбер, вот эта вся тема? Ах, не знаю. В настройках не указывается, да? В самом вайбере. Нет, у меня еще пока не вставлено. Я хочу переадресацию сделать, не могу. Я положу тогда вам тут просто, ладно? Если будут там звонить, скажете. Ну, не срочно, просто что там в течение дня. Ты сильный? Это все карты? Да, там, по-моему, есть маленькие. Я не знаю, хочу попробовать ту карту. Хорошо.
Постеры? Ну да. Да, продли, продли, продли! Хорош! Они отдельно скачиваются, да? А ты не скинешь, но он там еще как какой-то версии или нет? Слушай, а вот, кстати, может быть, он под новые... Не спите, парни! Все, пусть посохнут на солнце, и все. Ну да, это же. По большому счету, они тоже в Адрове были поставлены. Чуть закрыли. Вообще, если там есть оранжевые манишки у звезды, то что видишь, у меня часть оранжевая, часть красная. Звезда не даст. А? Дивуечка нету. Ну, может, там внизу у них есть, просто. Часть красных, часть оранжевых, это будет не очень прикольно. Когда «Зенит» последний матч играет? Слушай, воскресенье, по-моему. А, завтра. Нет, следующий. А, еще в эти выходные. Нету матча? А, завтра. Завтра? Да. Он же не может играть после Лиги Чемпионов. Завтра с Ростовом? Да. Наверное, не буду. В чем загадка? Я не понимаю. Ты не работаешь? Слушай, ну второй год, вот одно и то же. Он работает, почему-то вот не так, чтобы ты воткнул, он заработал. Надо почему-то в 10 раз надо. Ты можешь снизу мандать, братан, зачем ты зажигаешь? А ты убери налево, под левую, я нет, наверное. А, да я отправлял его в воскресенье. В воскресенье отправлялся. Нет, завтра, наверное, Миш появится. Кстати,
Если 8 на 8, у вас будут другие плашки. Вам же это не принципиально? Нам нет. Получается, как другой чуть-чуть. Ну, типа, если бы в одном и том же, как бы, чемпионате, тогда да, тут. Просто он там все никак не может. Чего он никак не может? Ну, он там что-то их по-другому немного сделал. Он, бля, он их из Ютуба вырезал, из видоса. Ну, что, ебал? Предложил. А чего твоит он не может? У тебя шаблон просто. Он не может в этот скачать. А премьер. Я, кстати, так и не видел. Так как открываешь просто премьер и все. А вы не можешь премьер скачать сам. А в чем он монтирует? В Вегасе. Правда. Он, по-моему, у него там задний фон у него есть, черный такой. Хорош, хорош, дай, хорош! А? Климов. Хорош, Сашка! Нет, даже нормально они выглядят. Я сейчас посмотрел. Что-то мне вчера сам звонил, говорил, что все плохо. Странно, он что-то жаловался вчера, что типа у них не получается. Может, разобрался? Не, он сделал еще там. Я прям просто сам звонит. А? Он просто сам постоянно звонит и что-то, ну, какие-то там рассказывает. А у кого ключ?
почему-то только 52 минуты, ну, он действительно там много останавливает, то есть там почти все моменты есть. Сильки удары можешь где-то. Ты прямо что ли поднимался? А? Прямо поднимался. Тыщ! Да, вот ничего не видно. Надо вспомнить, какие там факты. Я что-то думал, что я в прошлом туре почти ничего не угадал, а в итоге раз на первое место попадал. Thank you.
Ленточку? Да, третий, первый кусок. Спасибо большое. Три? А три, а что? Что они быстро три забили? Слушай, ваши уже играли с этим? Открыли. Такие голы, Саша. А, не засчитали. А, не засчитали, мы их. Хорошо. Ну, хоть так. Так что такое, в первом тайме 4, то что-то во втором будет. Потом будет еще жарче. Да, Сен, ты поводка пошла. Боль, не очень комфортно сейчас осталось. Середину дня это уже не вообще получится. Еще 40 минут. Yeah.
Тут на столе лежит, если. Работаем, Юра, работаем!
Гоняй, гоняй! Оборону.
Вот сразу, он забавляет. Блядь, зачем под правую дверь собираешь, блядь? Все это читаешь, что, блядь? Дай, блядь, левый. Дай левый, блядь. Пожестче встречайте, пожестче ногу ставьте. Thank you.
Ладно, да,
Да, не соберемся. У вас просто два ключа? Один принеси. Есть. Есть такое ощущение, что зашли. Ну все, тогда закрываешь, забираешь с собой, потом просто в дверь. Вставляешь. Желательно в двери оставить, когда будешь ходить уже. Потом просто, если тебе важно, то можно. Да, это просто статистика. Как что-то понять,
Так, ключ взять, да? Есть там взять. Да, там открыто. А, погоди, так ты возьми, закрыто, надо будет. Какой? Третья, по-моему, у вас. Третья? Да. Потом просто, когда закончите играть уже, и оденетесь, просто дверь вставь его. Ну, а на кто? Такого движения нет! Первый.
играет. На линии! Тебе нашли! Каждый тебя нашел! Степа, это тот тип игроков, который улетает, он не Дань, проси, дань, вот сейчас, дань. Спасибо.
твоя блузка, это моя. О, давай. Саня, в середину. Рома, влево. Давай.
сам, иди, сам, 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 шире, шире, шире. Да, все хорошо. Арман Паха! А, блядь! Горишь, горишь! Парень, забрать мяч, чё, блядь, катают! Саня, с тобой есть, где? Сирень! Давай, Данья!
Саня, уточка! Юрка, молодец! Так, судья, замену можно? Марк! Да, давай. Пицца Мафия есть код. А? Пицца Мафия есть промокод. Ну бери обычно. Давай, 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 давай,
Какой труп? С тобой, Ром. Хорош. Ром. Ладно, Саш. Перемонтер, Ром, быстрее. Держи, там еще 5 минут, уже. Серега, в следующий раз надо уходить. Давай. 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 Меня.